Пациенты с признаками ОРВИ могут пройти тестирование на ковид в филиале городской поликлиники. Сдать мазки на коронавирус можно ежедневно с 8 утра до 8 вечера по адресу 27 проезд, дом 7. Процедура бесплатная при наличии симптомов ОРВИ, сообщили в горполиклинике. Напомню, основной фильтр-бокс для пациентов с признаками вирусной инфекции сейчас расположен в филиале в 6 микрорайоне. Прием ведут 8 врачей-терапевтов с 8 до 20 часов ежедневно без перерыва и выходных. Прием пациентов осуществляется как по живой очереди, так и по предварительной записи на портале госуслуги «Колымдоктор» и по телефону, который вы видите на ваших экранах, с 14 до 15 часов. Справки по телефону 420-30 и по единому номеру 122, а также по номеру 8927-283-3100.